Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Виктор. Сегодня я хочу поделиться с вами своим положительным опытом по использованию старого смартфона под управлением операционной системы Android в качестве USB Wi-Fi адаптера для персонального компьютера. Итак, первым делом необходимо скачать и установить драйвера для вашего смартфона. В моем случае смартфон под названием Fly IQ 452 Quad и операционная система на компьютере Windows 10 на смартфоне Android 4.2. После установки драйверов перезагружаем компьютер и после перезагрузки подключаем смартфон с помощью USB кабеля к своему компьютеру. Открываем настройки в смартфоне и в разделе «Передача данных» вкладка «Еще» ставим галочку на активном соединении USB модем. На второй версии Android, как вы видите, тоже есть такая функция. Возможно, у вас также есть смартфон, который имеет не четвертую, а, скажем, вторую версию операционной системы Android. Там тоже есть такая функция. Поэтому обязательно попробуйте использовать свой смартфон в качестве USB адаптера. После того, как вы поставите отметку напротив USB модем соединения, остальные пункты оставляйте неактивными. После этого у вас должно появиться новое соединение. Все настройки здесь я оставил по умолчанию, несмотря на то, что на некоторых сайтах рекомендуют, сейчас я покажу, в разделе «Свойства» и во вкладке «Доступ» вот здесь вот ставить галочку и выбирать вид подключения к домашней сети. Я этого всего не делал, тем не менее, как вы можете видеть, передача интернет-данных происходит. В данный момент играет фонотека YouTube. То есть интернет компьютер получает через кабель USB от смартфона. Смартфон, в свою очередь, через Wi-Fi получает сигнал от Wi-Fi роутера. Обязательно попробуйте таким образом использовать и тем самым придать вторую жизнь своему старому смартфону. Возможно, он вам еще пригодится. Всем спасибо за внимание. Всего вам доброго. Ставьте лайки, дизлайки. Делитесь своим положительным, отрицательным опытом. Пока-пока.